Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка. И это беруши. Хотя я помню, да, раньше говорил, что не буду их заказывать, но все-таки заказал. Написано, что $1.35 они стоят, но я за них платил 3.85. А заказал их потому, что такие беруши, как мне надо, как эти. Я у нас в одной аптеке заходил, вообще не видел. В другой аптеке заходил. Они там когда-то были. Но на тот момент, когда я заходил, не было. И они сказали, не знаем, когда привезем. А тут вот они, пожалуйста, заказывай. Ну, я решил, что... Ладно. Просто мои уже подизносились. Ну, просто, как я уже говорил, для здоровья вещи лучше не заказывать. Ну, то, чем ты пользуешься для тела, вещи лучше, ну, брать в аптеках, а не на каких-то сайтах левых. Ну, не то чтобы левых, а, ну, просто, ну, неизвестно, какого они качества. Ну, то есть, может быть, они... У них что-то есть вредное там. Вот, пакет с пупырочкой был внутри. Все, больше ничего нету. Внутри... 16 штук. То есть 4 такие коробочки, в каждой по 4. Вот здесь 8. И здесь 8. 16. И это берушки. Я недавно их заказывал, да. Заказывал. Но те, которые мне приходили, они были тоненькие, очень тоненькие. Кстати, здесь такая коробочка миленькая. Для сравнения, сейчас покажу предыдущие. Вот, к примеру, в такой коробочке продается у нас, в такой. А это китайская коробочка. И она вот реально такая миленькая, маленькая такая. По сравнению с этой. Так и по размерам поменьше, и по высоте поменьше. Ну, такая миленькая, удобненькая, маленькая. А теперь толщина. Самое главное, толщина. Открываем, они просто огромные. В то время, когда вот эти... которые я заказывал предыдущие. Но они вообще ни в какое сравнение не идут. Как это одна, этих, наверное, влезет 2,5. То есть, вот если с этой сравнивать, получается одна, рядом ляжет вторая, и чуть-чуть третья начнется. То есть, одна вот эта, как две вот эти, и чуть-чуть третья вот этой. И ведь они реально плохие, потому что они тоненькие. И, соответственно, когда ими закрываешь ухо, звук приглушается лучше, чем пенными, чем такими. Но все равно плохо, потому что они маленькие. А вот эти, они, по идее, здоровые. И они должны... Они должны прям вообще не пропускать. У меня... Я в данный момент пользуюсь такими, похожими. Вот такими. Тоже заказывал с Алиэкспресса. Они поменьше будут, но они уже такие, замученные жизнью. Где-то уже... Самое интересное, что вот они, по идее, ну, где-то порваны. По идее, они рассчитаны там, я не знаю, на... Ну, может, на несколько недель, там, максимум, может, на месяц. А я ими уже, может быть, год пользуюсь. Ну, короче. Я думаю, они рассчитаны на не больше, чем на месяц. А то и на недели две, наверное. Не, наверное, на месяц. Что-то такое. Вот. И по сравнению с этими, они даже больше, чем вот это. Но это широкая. А это довольно-таки узкая. То есть... Прям так. Ну, не знаю, как она будет лежать. Надо пробовать. По-другому никак. Кстати, они не сильно-то и стерильные. Я вот только что эту достал. Вообще просто открыл посмотреть. И здесь... Вон какая-то грязька черненькая. Плюс он волосок какой-то. Я только открыл так вот. Увидел... Сразу закрыл и решил показать. То есть они не очень-то и стерильные.
Перед их использованием лучше их помыть с мылом. И потом только уже пробовать. Ну вот я их помыл, они стали более-менее чистенькие, без всяких... Нет, где-то еще есть. Все-таки что я... А, у меня еще пальцы грязные, ну да, с пальцев. Ну так в целом, просто, ну да, я об штаны пальцы тер, а у меня штаны такие все в ворсинках. Но в целом, вот это точно почище стало. Можно пробовать. Ну вот. Так, вот смотрится. Вставляем в ухо беруху. Смотрим в зеркало один раз. И понимаем, что это класс. По-моему, норм. Полностью закрывает, все четко. По-моему, все четко. Ну, вставляется довольно-таки легко. Мне просто, получается, вставил эти прямо... Как их назвать правильно? Прямоугольнички эти в уши поднадавил, они зашли, ну и приняли такую вот форму. Форму моих ушей. Ну и звуки довольно-таки хорошо отсекает. То есть вот оно форму ушка моего приняло. Моего маленького, красивенького ушка. И все. Сидит там и заглушает. И даже видно было на видео, что довольно-таки, ну, так вот правильно сидит. По окружности прямо так вот, прям ровненько сидит, так закрывает. И приглушает довольно-таки хорошо. Так что, думаю, они нормальные, эти берушки. Можно их использовать. Ну, естественно, перед использованием мыть, после использования мыть. Не, они, я думаю, будут нормальные. Вот, а мои старенькие уже можно и выкинуть. Потому что они уже реально... Ну, им уже годы. Вот. Ну, собственно, а на этом все. По-моему, неплохие такие штучки. Тем более, что их много. Сразу 16 штук. То есть можно менять хоть каждые... Хоть каждый месяц их менять. 16 штук. Это больше, чем на год. Каждый месяц новая пара. По-моему, отлично. Как раз получается 12 штук это год и 4 месяца. Потому что их 16. Так что почти что нормально, да. Но по шуму они довольно-таки неплохо заглушают. Так же, как и эти. Но в этих я уверен, а в этих, ну, не знаю, надо пробовать. Но, по-моему, так же. Вот. Ну. А если есть возможность, то, конечно же, лучше купить в аптеке. Просто я не нашел. Я приходил, а у них нету, а у кого-то, ну, разобрали, у кого-то разобрали, а у кого-то даже и не было таких, поэтому ну, взял там, где я брал раньше. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.